Всем добро пожаловать, дорогие друзья, на канале новое видео, и с вами снова я, командант РЦ. В этом видео я буду вам показывать тест-тренировочный бой. В этом бой мы сможем спокойно галдить сколько угодно, что когда закончится этот бой, у нас не будет не потрачено ни одного буста. Да, пытаемся захватить флаг центра, так как вот таком небольшом на карте мы обнаруживаем 4 флага. Из 4 мы должны хотя бы одного захватить, чтобы не проиграть в этом бою, да. И, конечно, сверху появляется вот такая рассветка, кто у нас больше захватит больше контейнеров, то у него свет становится больше, чем остальных игроков, да. Вот этот контейнер я отдал, точнее, вот этот флаг отдал противникам. У него быстро накопилось войск, так как я перенаправил сюда еще свою вторую армию, да. Прокачка выходит по-своему, рангом тоже дает по-равному, 20-е, 21-е, 19-е, 18-е тоже бывает, но то есть, только если захватишь вот эти все флаги, то что можешь выиграть в этом бою, но мы не так быстро сдаемся, и войски тоже самое быстро выходят. То же самое здание тоже быстро строится, да. Мы тут уже обороняем свой флаг, который мы захватили этот. Синий игрок очень пережадничал, хотел захватить еще вот этот мой красный флаг, да. Как вы видите, да, у него уже построился Зевс, я тоже должен был хотя бы выйти Ягуара, да, и перестрелять только по силам, да, ресурсов тоже становится все время меньше и меньше. Вначале вы, наверное, вы заметили, да, ресурсов вам дает очень большое количество ресурсов, чтобы вы могли построить здание, то, что вы хотите, и накопить войск, чтобы он побыстрее у вас накопилось, да. Я вот этот флаг свой отдаю, потому что снова накопил сюда войск. У меня такой ошибочка. Нужно было сюда все-таки отправить на патруля. И плохо то, что патруль тоже тут плохо работает, да. Раунд происходит до 3 раундов. Мы первый уже сохранили свою позицию, так как первую одну флаг хотя бы захватим. И не отдадим, мы продолжаем свой бой. Вот. Бой снова делаю у себя на базе Асу, так как Аса помогает по-быстренькому захватить этот флаг. То же самое, пехотинцы тоже могут по-быстренькому захватить флаг. И остальное, когда накапливается войск, уже играет роль, у кого больше юнитов и у кого намного больше прокачан. И, конечно, тут влияет КО, да. Очко в умении тоже влияет. Видим, что с помощью своего оса мы увидели, что зеленый снова захватил свою позицию. Синий то же самое захватил 2 флага, да. Отсюда 2 флага захватил. И мы пытаемся начинать штурмовать противника зеленого, но мы видим, что у него уже есть герой. Герой до 3 уровня. Я думаю, что зеленый немножко слабоват, но оказались мы при равном бою. По количеству минитов у меня больше, но желтого есть кречет, а синий уже достаточно укрепил свою базу. Тут еще зеленым, да, мы с зеленым пытаемся забирать этот контейнер, но без успеху. Еще ресурсов у нас осталось все-таки меньше, а героя все-таки убить становится очень сложно. Он уходит покореженным, недобитым, но успевает скрыться. Зеленый теперь начинает штурмовать меня и забирать мой
Флаг. Ну, вот отсюда уже синий, наверное, ждал, когда я потрачу своих юнитов. И когда, когда у меня стало меньше юнитов, воспользовался этим моментом и захватил флаг. Синего очень тактическая маневренность, он уже захватил трех флаг, и мы этот отдали свою позицию. Остается ждать, только зеленый начнет атаковать синего игрока, и я буду атаковать отсюда. Да, пусть так и становится для меня проигрышным, так как я уже отдал свою позицию. Синий игрок захватыванием еще флагов, у него еще побыстрее накапливается ресурсов, так как захват флагов, да, он уже захватил отсюда всех четверых больших флагов, захватил, и он достаточно сильно укрепился в этом бою. Вот такой бой не удалось нам победить, но удалось вам показать этот бой, как нужно играть. Этот бой закончился вчера, и сегодня новый тест.